Зальцбургский фестиваль считается одним из самых старых и был основан великими людьми, музыкантами, писателями, творческими людьми, как платформа для творчества, и до сих пор сохраняет свой первоначальный замысел. Это очень интернациональный фестиваль, и я думаю, что вряд ли во всем мире найдется еще один такой международный фестиваль. Фестиваль длится долго, почти 6 недель, и этим отличается от других. Обычно фестивали длятся меньше, 10-14 дней. В этом есть свои сложности, ведь нужно заинтересовать широкий круг зрителей. Нужно работать во многих направлениях, искать лейтмотив. В этом и заключается красота фестиваля. Артисты могут наблюдать за работой своих коллег. Это очень интересный аспект. Это очень важное событие, здесь происходит много интересного. Очень много постановок на самом высоком профессиональном уровне. Много разных артистов, музыкантов, дирижеров, певцов приезжают сюда. Мы встречаемся, можем купаться в озере или гулять в горах. Очень много возможностей. Я сам из Мюнхена, очень люблю горы, поэтому мне здесь так нравится. Вряд ли есть еще такой фестиваль, на котором можно так хорошо совместить работу и свободное время.